Привет, друзья! Экипаж российского танка показал самодельную защиту от дронов в виде стальных дредов. Впервые для защиты от дронов на защитный навес танка вместо цепей и сетки прикрепили стальные тросы. Мы заработали, сами спроектировали, доработали. Фитивишка, когда ударяется, то бишь срабатывает коммутативная струя, но уже не долетает до брони. Уже как-то рассеивается она. И сами дорабатывали, делали. Поставили рэп. Рэп стоит. Тоже эффективная пешка. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.